Самый полный вперед! Есть самый полный вперед! Рано спугнули. Японец? Нет, папа римский. Так держать! Рыбаки? Заблудились. Понятно. Обыскать! Есть обыскать! Так. Какой фирмы? Пошел. Предъявите вашу судовую роль. Пройдемте. Но постучали? Хватит. Вы что, глухой? Я вам по-русски говорю. Давайте. Ну? Да, ровно мили. Итак, что же вы делали в наших водах, господин рыболов? Это на тесте. А. Спасибо. Мои здоровья очень хорошо. А, не интересуюсь. Вам верно холодно. Хотите немножечко русика водка? Товарищ старший лейтенант, накрыл радист. Учит, черт, морзянка, от чего неизвестно. Думаю, шифровка. Ну, шифровка. Сюда. Это же рыболовы, случайно заблудились. Младшего лейтенанта ко мне. Есть младший лейтенант к вам.
Так. Бутера Федора Дотика. Очень плохая погода. Как сердце бросается. Прочная и обманчива. Кончили? Не понимаю. Тито? Плохой из вас комик. Юмора мало. Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. Переведите. Можно вслух. Есть. Передайте господину Курада. Встретились смелый в 2 милях мыс Зеленый. Ждем помощи. Материалы под угрозой. Под угрозой? Ай-яй-яй. Это какие же материалы под угрозой? Я вот отказываюсь говорить с умрачным лейтенантом. Понятно, господин старший рыболов. Можете идти. Есть. Посмотри-ка получше. Предупреждаю. Машина испорчена. Успели? Товарищ командир, окунь! Ну? Нет, это, брат, не окунь, а целая щука. За шкипером смотреть особо. Рыбак крупный, понятно? Понятно, товарищ старший лейтенант. Зря не хватайтесь. Стрелять в крайнем случае. Есть. Есть. Соленые. Плану надо брать хитростью, товарищ Косицын. Так я и беру. Фу. Товарищ. Беру. Кто так берет, товарищ Косицын?
Давай, старший лейтенант. Там на шхуне косицы, каюту. Самый полный вперед. Эй, самый полный вперед. Не вижу хода. Примерзли? Товарищ старший лейтенант, ты везды на металлу. Стоп машины! Освободить винты! Освободить винты! Пойдем вами. Зажгите бортовые. В крайнем случае... Thank you.
Ну, все в сборе? Очень хорошо. Ну тогда давайте учтем личный состав. Ваша фамилия? Господину Икс. Так. Ваша? Господину Игрек. А ваше, значит, будет Z. Ну, тогда вот что. Вы здесь будете старшой, а я комендант. И разъясните своей команде мою установку. Ну, мы здесь, собственно, как бы на положении острова. Это раз. Земли, как видите, здесь немного. Земля... наша советская, это два. Ну и порядки здесь будут такие же. Озорства не устраивать. Во всем соблюдать порядок, ну и сознательность. А коли что, буду карать. Карать по всей строгости советских законов на правах коменданта. Понятно? Вопросы будут? Будут. Вы комендант? Ну? Очень хорошо. Тогда обеспечьте команду продовольствием. Кася, раз. Риба, два. Суратская, три. Все. Рыбу не обещаю. Кашу придется подождать. А вот насчет сладкого, придет наш катер, и будете иметь компот. И в удвоенной порции. А надо. Сучьев надо. Сигнальный костер запалить. Хорошо. Запаряйте. Распорядить, чтоб собрали. Нельзя. Почему? Команда барня. Завод барить. Вижу, лапшой обожрались. Ну ладно. Ой, цва. Раз я на хуне не сингостеру. Хуне не ноте юконга инда. Хеме ва. Тида я войне, тарада. Мига, катасина ино, красно. Onde que onde você vai ainda? Por que eu dar aqui, Maturuca? Barcelona, vamos lá, eu. Será de folha no lotico. Mas isso aqui. А ну, положи. Добром прошу. Положи. Пацаны!
Я ведь рассердиться могу. Я ведь... Рыбаки! Жулики! Поете? Очень красиво поете. Не надо бояться. Японский рыбак наполнен добра. Вижу. Благоразумность. Орудие храбрых. Как это? Худой мир, ручьи добрый ссора. Очень хорошо. Вы храбры, но вы тот же довольно сильный. А вы ближе к делу. Я ведь не барышня. Хорошо. Верните весла. За это мы сохраним вам жизнь. Спасибо. Я свою жизнь сам как-нибудь сохраню. Очень умно. Хотите иметь, как это, магарыч? Магарыч? Я по-японски не понимаю. Я, кажется, говорю вам на русский язык. Говорите-то вы по-русски. Смысл у вас вот японский. Ну-ну-ну. Говорите прямо. Сколько?
Пацана хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Напали и рады. Какой бушлат мне загубили. А ну давайте нож сюда. Ну? Нож. Подавка сева, корос.
сына Антоину. Слаш! Не прощай. Ваша команда по чужим кастрюлям гораздо. Боюсь, свинцовым горохом подавит. Thank you.
Я не хочу спать. Извиняйте, я думаю, делать приятность. Многие сибиряки любят красивые песни. Я не сибиряк. Извиняйте, а кто? Теткин племянник. Теткин? Очень хорошо. Я думаю, вы сворги. Вражанские песни тоже очень хорошие. Так и то. Ты зима, ты еще моя сударусика. Жив я, уривец себе, уривец. Очень хорошо. У вас есть сутарусика? У меня есть. Интересно. Что думает сейчас обо мне? Моя бедная сутарая матушка. Что думает? Думает, какую же хитрую шельму она на свет родила. Ачачху! Кто вы есть? Простой солдат? Наша императорская армия всегда вера русского царя. И его солдат. А я за царя не отвечаю. Вы забыли Цусиму? Цусиму? Забыл. А вы Хасан. Помните? Не знаете правила? Сдается тот на шерлей. Вот я и смеюсь. А ну на место. Живо. Ну? Дай садону ахиджона кикен не очи и теру. Дон ноги своего харатта мозгу, нава на киреба на ран. Не фанфуни! Thank you.
Это наш императорский корабль. Скоро вы совсем можете отдыхать, господин комендант. Шесть. На четыре. Ничего. Растяльная пурагурка, господин комендант. Мне провожатых не надо. Японская шхуна держит прямо на остров. Что ж нам по дороге? Есть! Старший лейтенант,
За ваше отсутствие на острове никаких... Давай, жести! Тот Робинзон, черт курносый. Спит. А ну-ка возьмем, ребят. Странное самурайское устройство, товарищ старший лейтенант. Странное, говоришь? Ага. Кланяются, улыбаются. Вежливы, что ли? Щука, она всегда вежливая. Если ее за жабры возьмут.